Всем доброе утро! И с праздником моего сыночка, и меня, и папу, и бабушку, в общем, всех, потому что сегодня день рождения у моего сыночка, ему 3 годика, Демидушке. Я сейчас рано утром, пока все спят, солнышко встало, мама мчит за шариками, потому что я хочу, чтобы у Демки были шарики, а шарики это всегда ощущение праздника. Вот. Я уже говорила, что мы там особо никак не празднуем, ничего особенного, но торт, шарики, подарки обязательно должны быть. Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Шарики! Демки, 3 годика! 3 годика! Дима, попробуй чаровать! Чаровать, чаровать, чаровать! Ты проснулся! А тут шарики Дему ждут, да? Да, с этой стороны. Да. Держи, это твои. Это твои шарики. Моя любовь, моя любовь, моя любовочка. Моя любовочка. Мама, не пущу, не пущу. Я тебя так люблю, не пущу тебя. Мама, когда мы будем доставать подарок? Он уже увидел. Раз, два, три. Подарок. Подарок. Что это, Демид? Машины? А что это за машины? Давай посмотрим. Давай. Давай. Это не майки машины. Это трек. Иди посмотри. С этой стороны. Смотри. Там гоночные машины. Я дома. Дома? Дома, дома будем открывать? Да. Так мы сейчас в кафе едем. Демидушка. Приедем, потом откроем. Да? Давай, мы приедем, когда с кафе, откроем и будем играть. Давай? Да. А сейчас поедем в кафе играть. Договорились? Задумался парень. Завтыкал. Мика с ножом, как этот. Такая красотка у меня девочка. Тебе надо волосы распустить. Конечно, в кафе распущу. А что в кафе? Дома нельзя? Нет, значит, они до того, как мы доедем, они все. Да нет, они долго будут подрядами. Дема отходит, как будто сейчас будет какой-то взрыв. Иди сюда. Опа. Так, а ну-ка достаем. Ну, действительно, это дома. Вот. Смотри. Ого! Ого, тут надо дорогу делать целую. Николь, не доставай, но дома доставай. Хорошо, я показать. И машинки вот. Тут не разобраться без этого. Ух ты! Так это на пульте управления? Да, это же они же ездят так по дороге. Класс, Дём, у тебя прям, я не знаю, ты будешь гонщиком? Да! Класс! А ты, папа? И мама. И мама. А маму поцеловать. И маму поцелуй. Мой любимый. Первые гости. Пойдем сюда. Смотри, кто там? Кто там? Кто там? С днем рождения, Дему! А чего ты застеснялся? Да. Иди, обними Софию, скажи спасибо. Иди, давай, давай. Софику надо уже. Я могу? Давай. Опустишь нам Софию? А ну, обними, обними Софию. Обними Софию. На левом берегу раз. Одни цветочки. Цветочки теперь как были пески. Говори, говори. Пески.
И заливаешься. Самое интересное, что... Хорошо, надо суп сначала поесть. Как только камера включается, сразу все замолкают. Только что говорили, говорили. Поэтому выключаем. Теперь мы берем человечка ваших мишек и украшаем вот так вот. Давай, мы Демид выложим вот. Я сделала надпись Демид. Ой, молодец, Николечка. Тебя с днем рождения, тебя с днем рождения поздравляем. С днем рождения тебя. Еще один. Умничка, умничка. Так, какой тортик. Сейчас разрезаем. А можно нам еще раз? А может еще раз? Второй ребенок, который тоже хочет дадуть. Ника снимает. Да, я пофоткаю ее тоже. Давай. А загадывай желание. Там уже закрыл. Еще дубль три. Сама? Да? А давайте его теперь вдвоем. Чтобы... О, давай. Вдвоем сможете? Давайте вдвоем. Да. Давай, кто больше свечек. Два, три. Молодцы! Поздравляем! 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 Молодцы. И Дёма, обними Софию. А я обнимаю. О, всё, целовашки пошли. Куда мама вечером может пойти на день рождения сына, так это в кино на фильм ужасов. Мы идем на фильм «Оно». Короче, мы детей положили спать, мы ушли в кинотеатр смотреть фильм ужасов. Я не хотела идти на... Это все Даша. Нет. А ты не помнишь? Это ты предложила. А, это Петька сказала то, что надо пойти на «Оно». И мы, короче, Петя не идет, Петя а мы идем. Мы пошли. Вот, мы выйдем из кинотеатра и расскажем вам, как фильм, и стоит на него идти или нет. Если вы уже пока, видели, пишите в комментариях. Штанишки. Ну, реально мне страшно, вот честно. Я мне не пишу. Я почитала отзывы. Даша говорит, я буду смеяться, говорю, а мне что делать? Я боюсь фильмов ужасов. Я буду делать вот так вот. Нет, ну ты затянем, тихо, тихо, сейчас будет, закрывай глаза, да? Не рот, рот, глаза. Закрыл. Все, мы идем, потом расскажем, как нам. Мы забыли вам рассказать про фильм, и уже вышли с кинотеатра, и, в общем, почти дома. Не ходите на него. Там были моменты страшные, были моменты мерзкие, были моменты смешные. Там был один мальчик, юморист, пошляк, подросток. Вот. Но в общей сложности... Шутки из американского пирога, смешанные с каким-нибудь ужастиком из 90-х, но с очень красивыми спецэффектами. Все. Мне не понравилось. Мне вообще не понравилось. Я хотела пойти на ужастик, но это не то, не то, совсем не то. Это даже не ужастик, это что-то такое, не знаю, как-то... Ну, плюс он еще и мистика какая-то, потому что это нереально. Да. В общем, кому понравилось, напишите, кому не за понравилось. За что понравилось? Тоже... Да, за что, кстати, это очень важно, очень важно. Это интересно даже мне будет. Вот. Поэтому вот так вот. Час ночи, пора отдыхать. День рождения прошел, уже 10 число. Спасибо вам за... просмотр этого влога. Даша, спасибо за компанию. Думала сказать спокойной ночи, ну ладно. Ну, кто смотрит, тому спокойной ночи. А так, пока-пока.